Стильный дизайн, национальный орнамент и качество, соответствующее мировым стандартам. Сборная Беларуси по футболу будет выступать в новой форме. Презентация комплектов игрового гардероба прошла на стадионе «Динамо». Новинки представили капитан мужской сборной Александр Мартынович и капитан женской команды Анна Козюпа. Белый вариант для домашних матчей. В красные игроки будут выступать в гостях. Модели, разработанные итальянскими дизайнерами, обновки спортсмены мужской сборной наденут в ближайших матчах Лиги наций. Поединок Беларусь-Албания пройдет уже сегодня. Красиво, мне кажется, нравится на всем визуально. Посмотрим, как тактильные ощущения в плане после футбола.